Ставрополь принимает активное участие в реализации федеральных и краевых программ по улучшению жизни и благоустройству территорий. С 2006 года и по настоящее время власти города стараются обеспечить и улучшить жилищные условия молодым семьям краевого центра. О проделанной работе в рамках этой программы и будущих действиях отчитались в зале заседания администрации города. Данная программа продолжается, и за два последних года нами было выдано 62 молодым семьям субсидии в размере 52 миллионов 310 тысяч рублей. А впервые за действие программы в 2019 году при поддержке губернатора Ставропольского края были осуществлены мероприятия по обеспечению жильем молодых семей возрастников. Это лица, которые достигли уже 36-летнего возраста, но не превысили 39 лет. А в 2019 году таких семей было 9. За все время осуществления программы около 700 семей Ставрополя получили поддержку в улучшении жилья. Также за 2019 год были выданы извещения 13 семьям краевой столицы о праве на получение социальных выплат. Согласно требованиям законодательства, у молодой семьи имеется 7 месяцев на реализацию извещения. Размер социальной выплаты зависит от количества состава семьи и варьируется от 400 тысяч до 2 миллионов рублей. Общая сумма выплат выплаты извещений в 2019 году составила 13 миллионов 94 тысячи рублей. Такие мероприятия по поддержке молодых семей Ставрополя не только улучшат жизнь новым ячейкам общества, но и активизируют привлечение их собственных средств и кредитных организаций для приобретения жилья. Те вопросы, которые требуют для молодежи поддержки, они как раз и должны быть в центре внимания всех руководителей. Ранее в среднем в год мы получали где-то 60-70, улучшали 60-70 семей молодых. Сегодня за последние два года, за два года мы 62 только семьи. То есть здесь есть вопрос. Поэтому он вынесен не случайно на заседание администрации для того, чтобы, так сказать, поправить это положение. Уже ведется активная работа по этому вопросу. Перспективами проекта на 2020 год является предоставление субсидий в бюджет города Ставрополя на сумму более 35 миллиардов рублей, что позволит улучшить жилищные условия 41 молодой семье краевого центра. Анастасия Нужная, Александр Власюк, АТВ «Ставрополь».